Дим, вот ты на взрослый состоявшийся человек, директор нескольких компаний. И такой фигней занимаешься. Снимаешь на полароиды, на кинопленку. Ну вот что это такое? Расскажи, зачем ты это делаешь? Это же все ради этого и делается, чтобы можно было спокойно, в свое удовольствие, позаниматься всякой фигней в рабочее время. В этом смысл? Смысла вообще нет никакого. В этом удовольствие от процесса. Чего всем желаю.